Я не могу над этим Яндексом показывает максимальный спрос. Ну блин, вот обязательно надо. Ладно. Через 100 метров поверните направо, а затем держитесь правее. Ну все, хорошо, хорошо. И вот хочу показать, просто вот это у нас центр здесь, в Перми, улица Ленина. Здесь понятно, здесь еще могут быть заказы. Но вот здесь, это частный сектор, тут даже в часы пик заказов нет. Перейдем на другую сторону. Тут просто болото. Здесь нет ничего вообще. Вот даже, вот я не знаю, в самый час пик здесь нет никогда заказов. Вот чуть-чуть подальше, вот здесь вот. Тут да, тут есть, тут у нас богатенькие живут депутаты и так далее. Вот эти все первые, седьмые вот, и остальные там девятые линии. Это да. А вот здесь живут как бы, ну не все нищеёбы, конечно, есть тут богатые, но чтобы вот так вот они все куда-то захотели ехать, и вот так вот, чтобы это был повышенный спрос, это опять очередной обман Яндекса. Вот для чего они это делают, мне пока непонятно. Ладно, поехал я на заказ. Что там, куда, шоссе 65. Повезу там кого-нибудь опять за 27 рублей, как в прошлый раз, вообще в шоке был. Ладно, пока, всем. Жесть, такси, блин.